Лука Емельяныч! Письмо! Чё ты там орёшь? Вам письмо! Чё ты там орёшь, как ненормальный? Подожди, я поближе подойду. Чё говоришь? Письмо. Ох ты! Мне письмо! Это аж от внуков. Ну, что ты, у меня внуки золотые, ни деда никогда не забывают. Вот какая радость, а! Ой, не забываются. Я уж думал, что не пишут и не пишут. А тут, видишь, счастье, раз-разы, письмецо. О, видишь, и дед узнает, как там, чего там у них на этом в городе делается. Внуки у меня, это не внуки, а просто золото, а не внуки. Да, они никогда деда не забудут. Если надо, строчнуть письмецо. А ну-ка, подержи кассет. Ага. Письмецо они сразу, сразу деда. Дед, как там, чего там в городе, проблем же много. Откуда ж я узнаю, что там это? А ну-ка, спичку черкани. Ой, бумага хорошая, а, городская. Я раньше и конверт курил, но горчит, клея много.